Прогремели на всю Россию. Спортсмены Ивановской федерации спортивной борьбы «Панкратион» блестяще выступили на чемпионате и первенстве страны. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. На них отобрались порядка 30 наших спортсменов, которые возможность выступить на всероссийском уровне заслужили по итогам сперва регионального отбора, а затем соревнований уровня ЦФО. Вообще по этому турниру, только сейчас разговаривали, не было таких вот поединков, где кто-то так вот, на авось приехал, да, все поединки были очень достаточно тяжелые, и никто просто так победу не отдавал. Достаточно высокий уровень показали там все. И, отобраться, даже в тройку войти было очень тяжело. Борьба была очень ожесточенной, люди дрались до последнего. Многие получали травмы, даже несмотря на то, что дальше их ждут новые соревнования, лишь бы одержать победу. Например, мой противник в финале получил очень серьезную травму из-за этого. Нужно морально быть готовым к тому, что противник будет драться, до последнего. То, что соперники окажут ожесточенное сопротивление, тренерский штаб сборной региона предвидел. Предваряла всероссийский турнир и ежедневная подготовка. Подготовка длилась долго. Мы готовились на ЦФО. На ЦФО я выиграла двух девочек и отобралась сюда. Также мы готовились по 2,5 часа, по 3 часа, по выходных, иногда без выходных, все каникулы. И благодаря усердной подготовке и благодаря помощи Сергея Алексеевича Лукьянова добилась таких результатов. Результаты у ивановцев впечатляющие. Из 28 спортсменов 20 привезли домой награды. В копилке сборной 6 золотых, 3 серебряные и 11 бронзовых медалей. Но победа ивановских спортсменов ценна даже не спортивными трофеями. Медали – пропуск на первенство Европы и мира. Шанс покорить спортивные вершины такого уровня заслужили 9 ивановских бойцов. Точные даты проведения соревнований пока не определены. Но ориентировочно это осень. Значит, время подготовиться у спортсменов будет. Самое главное – готовиться. Быть уверенным в себе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.